Больше 5000 гектаров земли в Самаре приведут в порядок. Это парки, сады, скверы, бульвары и площади. Здесь проведут генеральную уборку. Месячник по благоустройству в этом году начнется уже на следующей неделе. В планах убрать оставшийся снег, избавиться от мусора, освежить газоны и покрасить лавочки, карусели на детских площадках. Особое внимание в этот период будет уделено дорогам, названным в честь Героев Советского Союза, так как год у нас 75-летие Победы. Также будут проведены мероприятия по ремонту памятников, мемориальных сооружений на территории парков, скверов. За каждым районом закреплены кураторы, которые и будут в ответе за уборку. К наведению чистоты привлекут активных муниципальных служащих, почти 13 тысяч человек. Кроме того, поучаствовать в преображении города призывают и самарцев. Глава города Елена Лапушкина обратилась к районным властям, чтобы те были готовы снарядить добровольцев всем необходимым. Не забывайте тоже про добрую традицию, про проведение конкурсов на лучшее озеленение двора, на лучший газон и так далее. В общем-то, это всегда неплохо срабатывало и как-то людей сплачивало вокруг хорошей, замечательной идеи. И работайте со всеми учреждениями, которые есть на территории вашего района, чтобы все наводили абсолютно порядок, потому что у нас с вами время есть, тепло нас в этом году раньше радует, поэтому давайте уже к 1 мая город сделаем абсолютно чистым. На сегодняшний день уже готовы графики работ. Стартует уборка 16 марта. До конца апреля запланировано 5 средников и 4 субботника. Общегородской месячник по благоустройству пройдет 25 апреля. Мария Левина, Василий Колдашов, Константин Головин. События.